Добрый день, дамы и господа. С вами Квак 2007 с Мальты. У нас вот тут море, солнце, отличная погода и вообще все прекрасно. Давненько не продолжал наш самый скучный обзор о крылышке Оприон от Авелоча. Ой, в прошлый раз мы с вами встречались под Рождество, а потом начался вот это вот. Люди, ау, карантин. Ну, хорошо, хоть нам нырять не мешают. Поэтому сейчас понырял. О, кайф. И хочу сказать, крылышко в режиме, так сказать, воскресной нырялки работает еще лучше. Ничего с ним не происходит. Все работает. Инфлятор. О. Сдувает, надувает. Строго. Когда надо. Ничего не откручивается, ничего нет. Все здорово. Поэтому, надеюсь, эта вражеская спланированная акция наконец-то закончится. И мы с вами снова будем нырять. Ну что ж, дорогие друзья, всем здоровья, не унывать, прорвемся. И всем пока-пока и до новых встреч. С вами был Квак 2007.